А пока учителя говорят о региональных стандартах педагогических технологий, качество образования в нашем регионе обсуждают и его жители. Все ли устраивает родителей современных учеников? Давайте послушаем. Сама училась я очень давно. То есть больше 10 лет назад. Мне кажется, за 10 лет все уже очень поменялось. Ну, было достаточно хорошо. Я как бы всегда считала, что наше российское образование лучше, чем во многих странах. Оснащение 40-й школы вообще замечательное. Это считается лучшая школа города у нас, поэтому и двор очень. Все на спорт настроено, направлено больше детей, чтобы спортом занимались, здоровыми росли. Много очень у них театры, всякие кружки, насколько я знаю. То есть будем всем заниматься. Педагоги нормально подготовлены. Я сама учительница начальных классов. 40 лет проработала в школе. Наше поколение учило детей очень хорошо. Новые школы, конечно, они более современные, улучшенные, лучше, чем наши, в которых мы работали.